В Греции при крушении самолета Cessna-172 погиб один из свидетелей обвинения по делу бывшего израильского премьер-министра Бениамина Нетаньяху. Трагедия произошла в понедельник вечером над Эгейским морем вблизи острова Самос, где вылетевший из Хайфы самолет должен был приземлиться. На борту находились два человека – бывший высокопоставленный чиновник Министерства связи Израиля Хаим Герон и его супруга. Водолазы береговой охраны смогли обнаружить тела погибших и поднять их на поверхность. Сообщается, что Герон был одним из свидетелей, которых намеревалась допросить израильская прокуратура в связи с судебным разбирательством по делу Нетаньяху, которого обвиняют в коррупции. Греческая полиция начала расследование обстоятельств авиакатастрофы.